Авра Сарачулу, которая получила премию «Звезда года» на церемонии «Эль Стайл Эвудс», пережила несколько неприятных моментов из-за вопроса одного из журналистов. Что же произошло? Во вторник, 13 июня, состоялась церемония вручения наград «Эль Стайл Эвудс», на которой главная героиня сериала «Зимородок» Афра Сарачулу была признана звездой года. В интервью журналистам актриса призналась, что первый сезон оказался очень удачным. Это была работа, которую они полюбили, и сезон получился просто шикарным. Разумеется, вся съемочная группа очень устала, и работы было много. Но признание коллег для нее очень дорого. Афра поблагодарила всех зрителей, которые смотрели сериал на протяжении всего сезона. Однако пользователи социальных сетей больше обсуждали не заслуженную награду молодой актрисы, а совершенно хамский вопрос одного из журналистов. Сначала ее спросили, где Мерт Рамазан Демир, на что Афра вежливо ответила, что пришла одна. После чего кто-то из присутствующей прессы спросил ее, правда ли, что ее партнер придерживается нетрадиционной ориентации. Девушка опешила от такой наглости и поспешила закончить разговор. Отметим, что весь предыдущий сезон пресса приписывала Мерту и Афре роман, и единственное объяснение столь хамской фразы со стороны журналистов – это попытка создать сенсацию на пустом месте. Многие журналисты решительно осудили коллегу. Вряд ли его когда-нибудь еще позовут на серьезное мероприятие. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.